Азербайджанский город Агдам, около 30 лет, находился под оккупацией вооруженных сил Армении. Город сильно пострадал от разрушений со стороны армян. После освобождения начат процесс восстановления наших городов и сел. Передает Азия АС. Согласно генеральному плану, территория Агдама составит 1750 гектаров, загородных садов – 2450 гектаров. Здесь будет создана умная и устойчивая социальная инфраструктура. В городе планируется построить 15 школ и детских садов. Первоначально здесь для жителей и гостей города будет заложен большой лесопарк площадью 125 гектаров. Будет восстановлен Агдамский канал, который пройдет через город, а его вода будет впадать в созданное здесь озеро. Кроме того, будет создан Агдамский промышленный парк, включающий секторы пищевой промышленности, малых промышленных и обслуживающих предприятий, крупных промышленных предприятий, социальные и технические зоны, парк большегрузных автомобилей, базу продажи строительных материалов. Здесь планируется создать предприятие по производству строительных материалов, фруктовых и овощных консервов, мясной и молочной продукции, вин, кормов, а также по производству и переработке удобрений, расфасовке сельскохозяйственной продукции. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр!